Всем привет, друзья! Вы смотрите SLT Fight News, и мы все еще в Буда Кошалева на турнире по смешанным единоборствам ММА. И мне очень хотелось поговорить с этим человеком. Рядом со мной боец, выигравший сегодня этот турнир, Ермаков Сергей. Привет, Сергей! Здравствуйте. Ну и давайте, Сергей, тогда расскажи мне, ты провел три боя. Это было наверняка непросто. Расскажи по своим впечатлениям, какой бой был сложнее всех. Все бои были сложные, легких не было. Ну вот финальный бой, может быть. Как закончился твой финальный бой, расскажи. Ну, зрители посмотрят, конечно, но, может быть, ты расскажешь, что он закончился досрочно. Нет, он прошел все... Все три раунда? Да, нет, два раунда. Два раунда по 5 минут. Ну, тяжело было тебе в конце? В самом-самом конце? В самом конце, да, было тяжело, конечно же. Но судья поднял твою руку, да? Да, я как... В принципе, все пошло по плану, как ты сказал, так и сделали, все так и получилось. Вот, и отсюда стоит вынять урок, что слушайте своих тренеров. Ну, давай тогда продолжим. За тебя болели, потому что ты сам из Буды Кошелева. Турнир проходил именно в этом городе. Колоссальная была поддержка, это было здорово. Помогла ли тебе эта поддержка? Ну, где-то помогла, где-то даже, можно сказать, так... Главную роль сыграла. Давила, да. Давила, да? Конечно. Тяжело было. Неохота проигрывать дома как-то. Вот, да, конечно, конечно. Мандраж. Когда такая толпа болеет, за тебя это большая ответственность, конечно же. Расскажи немножечко по турниру, по самому. Для Буды Кошалева, я так понимаю, проведение подобных мероприятий – это в новинку. Такого, наверное, раньше никто не делал. Расскажи, как ты считаешь, он получился или нет, понравился тебе или нет? Ну, если честно, то да, получился даже очень. Это впервые в Буды Кошалева. Я даже могу сказать, что и в Омской области не так часто проводят такие турниры. И спасибо организаторам и спонсорам мясокомбинату Кошелева, что помог провести такой турнир. И призы, я думаю, ну, достойные, хорошие призы. И все само было, само мероприятие было прекрасно. Да, спасибо, конечно, и судейской коллеге, которая приехала, не отказала, все приехали. Ну и, конечно же, ребятам, которые приехали на этот турнир, составили хорошую конкуренцию и так далее. Отличный, отличный ответ, Сергей. Ну, мы, конечно же, от себя пожелаем Сергею в дальнейшем только больших и громких побед, потому что мы уверены, они у него еще впереди. Ну, и поздравляем с победой, которую он одержал сегодня. Ну и тогда на этой прекрасной ноте мы попрощаемся с нашими друзьями. А ты можешь передать от себя привет и своим болельщикам, друзьям, семье, может быть, кто за тебя болел, Буду Кошелёв. Конечно, всем передаю привет, всем огромное спасибо, кто пришел, кто поддержал, кто болел за меня. Вот. Всем-всем-всем, в общем. И спасибо, конечно же, и каналу SLT за то, что они приехали и приняли участие в этом турнире, сделали такое видео, анонс. Спасибо большое, это очень приятно. Ну ладно, на этой прекрасной ноте мы закончим наш интервью. Всем, друзья, пока.